Привет! Как дела? Сегодня я расскажу о том, какие мероприятия нас ожидают в Лондоне в ноябре месяце. Уже 2 ноября на Regent Street состоится ежегодное мероприятие Motor Show, где можно увидеть огромное количество автомобилей от ветеранов до современных автомобилей нынешнего автопрома. В прошлом году, например, в мероприятии принимал участие автомобиль, который использовался в фильме «Назад в будущее». Помимо этого можно увидеть всякие гоночные автомобили, Silverstone и даже болиды Формулы-1. Ну и также последние технологические разработки в области экосистем, в области электрических двигателей. Тоже все это представлено на данной выставке. То есть вдоль всего Regent Street сотни автомобилей выставлены в ряд. Приходите и смотрите. А уже 3 ноября на главной площади Лондона, на Трафальгарской площади, будет отмечаться индийский, индуистский праздник Дивали. Дивали – это фестиваль огней, который символизирует победу добра над злом. В честь этого праздника проходят массовые мероприятия в Лондоне. На сцене Трафальгарской площади выступают индийские коллективы. И также, так как это фестиваль света, к вечеру зажигаются по всей площади огни и свечи. Также в эти выходные, 2 и 3 ноября, в основном по всему Лондону будут проходить фестиваль огней, фестиваль фейерверков, который называется Bonfire Night – ночь огней, ночь фейерверков, ночь Гая Фокса, которая отмечается 5 ноября. Как пороховой провал заговорщиков-католиков, которые хотели взорвать парламент в ночь на 5 ноября 1605 года. В это время в районе 5 ноября повсюду срываются фейерверки, и их можно увидеть как платно. Хорошие дисплеи организованы в некоторых районах, так и бесплатно. В основном это происходит в выходные, приближенные к 5 ноября. В следующую субботу, 9 ноября, в лондонском Сити проходит Lord Mayor Show, приуроченный к выборам нового мэра лондонского Сити, который считается отдельным районом в Лондоне, который едет в карете и приветствует своих подданных. Мероприятие можно увидеть вдоль многих улиц в лондонском Сити. Начинается оно от Mansion House. Вдоль всего маршрута проходит красочный парад коллективов, которые принадлежат лондонскому Сити. Майор едет в карете последний и доезжает до Royal Court. Мероприятие бесплатное, приходите заранее, чтобы занять лучшие места. 11 ноября в Великобритании проходит знаменательный праздник Remembrance Day, который приурочен к победе в Первой мировой войне, и в этот день они вспоминают и отдают дань, должное воинам, погибшим во всех войнах, где участвовала Великобритания. А в воскресенье, приближенный к 11 ноября, состоится сервисная служба на улице Уайтхолл, где находится мемориал, который называется Кенотаф, куда королевская семья, а также лидеры всех политических партий Великобритании, мэр Лондона и многие другие деятели возлагают венки. Состоится минута молчания, после чего начинается парад победы. То есть, примерно такой же, как мы празднуем 9 мая, они отмечают 11 ноября. А служба, церковная служба, где они читают молитвы и поют гимны, проходит в ближайшее воскресенье, к 11 ноября. В этом году это будет 10 ноября в 11 часов. О том, как туда попасть и что там можно увидеть, я расскажу в ближайшем ролике. А уже 11 ноября в 11 часов на Трафальгарской площади состоится 2 минуты молчания и концерт, посвященный этому дню. Кроме того, на Трафальгарской площади они кидают в фонтаны вот такие вот маки, которые ассоциируются с погибшими воинами, то есть с кровью. Ну, всегда цветок мака ассоциировался с военными действиями и с пролитой кровью. И как бы вся Трафальгарская площадь заполнена вот этими маками, и так вот они отдают дань и должное, и вспоминают погибших в бою. С 13 по 15 ноября
в выставочном центре Олимпия состоится European Pizza and Pasta Show, где обычно представлены новинки в области, в разработках, в технологиях по созданию пиццы, а также пасты. Паста – это макароны, вермишель по-английски. Туда приезжают люди со всей Европы, то есть люди, которые занимаются приготовлением, занимаются разработками машин, печей, различных технологий, которые делают современную пиццу такой, какая она есть сейчас – хрустящей, вкусной и нестандартной. Там очень много можно попробовать, практически на каждом стенде они готовят пиццу, выкладывают, и люди приходят, пробуют, у кого вкуснее, и делают свои выводы. То есть это, опять же таки, трейд-шоу, где они знакомятся друг с другом, то есть производитель пиццы с производителем печей, ну и как бы такой нетворкинг происходит. Нетворкинг – это налаживание связей и как бы партнерство. Попасть на пицца и паста шоу бесплатно можно, зарегистрировавшись на сайте в выставочном центре Олимпия. А уже 19 и 20 ноября в выставочном центре Excel состоится выставка вообще разнообразной еды. Называется Food Matters. Там также можно попробовать различную пищу, можно найти новинки, которые вас интересуют. В основном это, опять же таки, бизнес-выставка. Но простых людей туда тоже пускают. Уже 21 ноября в 16 часов открывается знаменитая ярмарка, выставка и парк аттракционов Winter Wonderland, которая находится в гайд-парке. Вход туда бесплатный, ощутить вкус Рождества и окунуться в море позитива, попробовать интересные явства, покататься на коньках, увидеть парк ледяных скульптур и многое-многое другое. Можно там в любой день с 10 утра до 10 вечера до 10 января. С 20 по 24 ноября включительно в выставочном центре Олимпия будет проходить Ideal Home Show Christmas. Это огромная выставка подготовки к Рождеству. Там вы можете приобрести подарки, презенты, декорации, елки, а также посмотреть фэшн-шоу и дома, оформленные в зимнем таком стиле или в рождественском стиле. Мне лично очень нравятся декорированные комнаты, которые оформляются каждый год, штук 6-7, где можно посмотреть новейшие дизайнерские разработки и интересные стилистические находки. Поэтому приходите. Билеты туда стоят 13-15 фунтов. Во многих газетах, таких как Evening Standard или метро, часто дают промокоды, а также можно, я думаю, найти и в гугле, и тогда билет будет стоить намного дешевле. Вот пока и все, что я подготовила вам на ноябрь. Желаю вам удачных, хороших, теплых ноябрьских дней, а также интересных событий. До новых встреч, пока-пока!